Пам-парам! Пам-парам! Приветствую смотрящих! Собственно, хотелось пролить свет наконец-то относительно бана последнего на Твиче. Сейчас я беру с мыслями. Даже хз, что сказать. Ну, как бы... Как всегда, с моей точки зрения, ни за что. Почему я решил сделать видео? Потому что думаю, в этот раз одним текстом не объяснить. Хотя, ну что это объяснять? Ну, бан и бан. То есть, по сути, ни за что. Хз, какой раз уже, разумеется, стараниями, собственно, хейтерской мрази, которая делает все, чтобы вы, работяги, не могли наслаждаться качественным контентом. Который, собственно, был убит в большинстве своем теми же самыми хейтерами в прошлом.